Меня слышно? Да. И я, короче, захожу сейчас в Дискорд, и я понимаю, что меня гасит коричневый просто ни с чего. Я вообще не передвигалась, и меня очень напрягло то, что меня он гасил просто так. Видимо, нашел слабое звено. Я предлагаю гасить коричневый, тем более пока еще не... Типа, это не критично. Ну, скажу в ответ, что я выслушал всех вас, и мне понравился довод Вайтера, потому что с желтым уходил именно оранжевый. Я стоял вместе с Вайтером, то есть делал вместе с ним квест. Не знаю, как это по-русски или нет. Я единственный за тебя проголосовал. Считаю подозрительным. Я не договорил, подожди. Вайтер сказал, он выгорелся последним, и я после этого проголосовал. Единственный, кто проголосовал за тебя. Извиняюсь, значит, это Вайтер, потому что я не сдвигалась с долбанного места. Вот так вот. Я видел Вайтера. Я, когда возвращался, естественно, если ты стояла возле стола, я не мог увидеть, потому что света не было. Я во время этого бежал назад с целью найти труп, потому что кто-то выключил свет. Несколько человек побежало направо. Ты сказал, что двое пошло направо, желтый и оранжевый. Я как раз таки свет включил. Да, свет, кстати, никто не включил. Я включил свет. К ним бежал свет. Не, в первой катке не включили свет. Нет, мы в темноте бежали. Я за первой катке я побежал к свету чинить. И никого там не видел. Да. Я что, убил? Логично. Я как раз таки зашел, починил электричество, разворачиваюсь, и тут же срабатывает репорт. То есть на кнопку жмакают. Ну он убил, наверное, и ушел через венти, винты там просто увидеть. Он в прошлый раз вроде так же самое сделал. У них практика одинаковая. Ну, нет. А сейчас-то что репорт был? За чего? Я не понимаю. А с кого репорт? И меня, чтобы... Да, репорт. Потому что у меня так коричневый. Ну ладно. Как так получилось? Расул, ты куда? Стой! Расул, не уходи от нас. Стоп, что? Да вы что, это стеклянный хуй, вы его слышите? Я думаю, так. Да вообще год не в него был, думаю, что он сказал такого? Нет, Никит, понимаешь, я даже ни хера ничего не делал, я ничего не делал, вот я реально, такого, что, блядь, меня такого хера вы за меня проголосовали, объясните, пожалуйста. Я знал, что с самого начала. Я не знаю, просто мне показалось, что Расул начал на меня гнать, хотя я... Да, блядь, я Влад, ты заебал, ты каждую игру против меня голосуешь, сука. Не каждую, но это было заебал. Очень подозрительно, хотя... Это третью игру подряд ты голосуешь за меня просто... Я единственный, кто пошел свет включать, никого там не было, и почему-то мне закралось сомнение насчет тебя. Именно поэтому я решил просто за тебя голосовать. Хорошо, я самый первый тоже бежал чинить свет, никого там не было. Че, мне тебя подозревать? Где логика, блядь? Ну ты же был убийца. Ты заебал, блядь.